26 февраля, это значит мы едем в Белые Ручьи на очередные соревнования по жиму лежа. Едем в небольшой компании, у нас всего 5 человек. Я, Александра Лесневская, Павленко Алена, Михеева Мария и какой-то там мужик бородатый сзади сидит. Пахов, по-моему, да, Кирюха? В Белые Ручьи мы едем первый раз. Мы там ни разу не были у парней в зале. Хотим посмотреть, как у них там обстановочка, как они с железом дружат. Давно, давно очень хотели посетить их. Ни пуха, ни пера. Проезжаем в Вытегру. Настроение хорошее. Саня глотает Animal Pack, давится горячим чаем. Прямо. Остальное все хорошо. Сейчас скоро будет Белые Ручьи. Все, взвесились. Я 100. Какой 100-то? 90 килограмм, 500 грамм. А я 50 килограмм. Это я даже трико не снимал. Какие у нас планы? Что заказываем? Надо бежать 40 килограмм. Жим! Давай. Первая кровь в машульке. Так. Жим! Давай. Стойки. Александр, какие планы? Какие планы? Планы грандиозные. Так. Жим! Ну как все прошло? Как последний подход? Я пожала. Александра, как настрой? Слушай, ну, все нормально. Какие новые рекорды? 37. Я 40. Петрозаводский, пожалуйста, сейчас, пожалуйста. Планов 165, но что-то я вообще никакой, честно говоря, после всех этих соревнований. Давай. Готов? Без проблем, всегда готов. Отлично. По-хозяйски? Соревнования закончились, ребята пригласили посмотреть их тренажерный зал. Едем, там бассейн и тренажерный зал вместе. Сейчас увидим, что это все из себя представляет. Вот это шикарное здание с большим градусником на входе. Это есть белоручейский бассейн. Путь. Мы находимся в зале, где занимаются белоручейские пацаны, становятся такими сильными, здоровыми, весят за 100 килограмм и поднимают серьезные веса. Но мы поднимаем все равно больше. Но не обольщайтесь, это всего лишь филиал клуба «Титан». Да, почему-то находимся в 100 километрах друг от друга, а где-то что-то развивается, а где-то что-то все нарубится. Вот такой вот бассейн. Закончились соревнования, едем домой. Очень рады, что в Белом Ручье все сдвинулось с мертвой нулевой точки в сторону проведения соревнований. И надеюсь, что мероприятия такие станут у них традиционными. И мы еще много-много-много раз будем к ним ездить, привозить свою команду, выступать. По поводу своего выступления. Два дня подряд выступать довольно-таки тяжело, поэтому повторил вчерашний результат, 160 килограмм. Да. Очень рад за остальных всех, потому что поставили новые рекорды девочки свои личные. Кирюха, что ты там сделал? 102. 102? Пожал. Вот. Ну, Александра уверенно по своим весам прошлась. До 45 мы еще немножко не доросли. Да детские веса надо на 50 уже. Да, правильно, надо высокие планки ставить, и тогда те веса, которые казались большими, будут казаться вообще ни о чем. Разозлиться на себя и действовать. Пахать, пахать и пахать. Не только в столовой.